Всем привет, Костелло здесь, мы с вами продолжаем проходить Little Nightmares 2. Уж больно очень в моем YouTube-канале это прохождение, ну, имеется в виду конкретно этой игры, славится, поэтому... Ну, имеется в виду, что он хорошо славится, конечно, не так, как Primal и мои, типа, обзоры-пересказы, но, тем не менее, вам нравится? Соизволю продолжить. Сейчас мы находимся, если что, в этой посыхолечебнице. И мы сейчас ищем вроде как второй блок. Так, я помню, эти падлы, они двигаются только тогда, когда есть свет. Вот смотрите. Видите? Еще раз. Вот я от них отворачиваюсь. И они идут прямо ко мне. Только надо это успевать очень быстро все это дело делать, потому что сами видите. Это как, знаете, это как статуи из этой, как его, из Доктора Кто. Чуть только обернешься, все, они стоят. То есть надо на них чаще смотреть, когда... Вот, ну вот сейчас вот я фонарик специально включу, специально отвернусь, чтобы он ко мне начал идти. И главное в этот момент очень быстренько свет направить. Вот как сейчас. Самое главное, направлять свет. И надо очень-очень быстро нужно бежать в этот момент. Только его надо сейчас как-то с прохода с моего убрать. И после этого вот. Давай. Значит. Фонарик чуть-чуть. Немножко подгорит. Вот, теперь пускай этот бежит. Стоять. Стоямба. Так, ща. Да блин, вот как это сделать, блин? Как это сделать? Я не понимаю. Понимаете, в чем проблема? Здесь навигация конкретно фонаря, она неудобная, ужасно. Особенно, когда вот ты должен на него смотреть с помощью этого фонаря. Вот надо, короче, его как-то вот в эту часть комнаты его направить. Ну, естественно, включить фонарик. Отвернуться. Подождать, пока он дойдет до самого центра комнаты. Посмотрите. Вот примерно как-то так. Естественно, делать так, чтобы он... И бежим! И я... Да ладно, я ж убежал! Ясно. Ясно, понятно. Вы же видели, я убежал. А он меня успел поймать, скотина. Как они вообще, блин, понимают, когда света, когда нет? Этого непонятно. Беги! Еее! Воу-воу-воу! Все! Отлично! Успел! Так, давай посмотрим, что тут. Да включи ты фонарик, ё-моё, успокойся. Мы сейчас ищем, если что, второй наркоблок. С помощью которого можно потом открыть дверь. Так, вон он, падла, одну вижу. Вон вторую вижу, падлу. Я вас всех запомню, сволочи. Это я могу тащить? Нет, это не могу тащить. Ладно, окей. Но это особо и не надо. Самое главное сейчас запомнить, где какая падла будет двигаться. Не смей моргать. Так, заходи. Заходи. Я тебя вижу, тварь. У тебя вон крюк. Ты только попробуем проткнуть меня, скотина такая. Вообще очень много, пипец. И кто из них... Ага, ага, пошел в жопу. Ага, и ты туда же. Все, бежим. Да скотина такая. Ясно. Они то ли через 3, то ли через сколько-то секунд, они начинают потом двигаться оба. Надо, короче, их сейчас как-то притянуть к кровати. А вообще, может быть, просто убежать от них. Как
вариант, кстати. Ну-ка, дай попробуем. Вот! Как вариант, просто убежать. Блин, хорошая идея. Ну-ка. Давай просто бежать. Они все равно не очень быстро бегают. А, они здесь достанут меня, я понял. Все, тогда понятно, куда надо бежать. Надо просто бежать. Надо просто бежать от них. Светить долго по ним, это бесполезно. Это надо просто бежать от них. Все, короче, план ясен. Просто бежим. Просто бежим и заранее знаем, заранее узнаем маршрут. Благо, умеет наш главный герой делать вот эти вот подобные пируэты с помощью своего бега. Поехали, побежали. Побежали, 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 побежали. А, ты скотина. Ладно, окей, вот здесь надо сейчас как-нибудь поманипулировать со светом. То есть первый раз бег еще может сработать, а во второй раз может не сработать. Там потому что они только двое, а их там трое. Вот во втором, которые. Вот так, все. Первый раз это еще может сработать, а вот во второй раз все. Тут надо быть внимательнее. Ага, пошел в жопу. Не-не, не смей. Не смей. Их очень тяжело контролировать. Я говорю, их очень тяжело контролировать. Очень тяжело. Это надо, короче, прям вот заранее продумать маршрут. Заранее продумать маршрут, чтобы от них бежать. Фонарь. Понимаете, в чем прикол? Фонарем неудобно управлять в этой игре. Очень неудобно управлять фонарем. Бежим. Понимаете, в чем прикол? Здесь третий враг. Если бы было два врага, это было бы не так тяжело. А так очень тяжело убежать сразу от трех. Очень, это очень тяжело сделать. Очень тяжело. Прям вот не эпически. От этих двух еще можно убежать. А вот от тех трех очень сложно. Можно, в принципе, сделать вот так, кстати говоря. Ладно, герой ведь... В смысле, они еще... Да ладно, они еще и под кровать умеют лазить, серьезно? Да ладно. Они же ведь вроде как не должны меня под кроватью доставать. Странные вы такие. Просто как по мне, отличная на самом деле идея. Взяли просто прятаться под кровать и все. Вот как здесь. Окей, вот здесь бежим. Бежим и прячемся. Они хитрые вообще ужасно, пипец. Видите что? Они хитрые. Эти сволочи, они хитрые, пипец. Я чуть только двинусь, и они уже начинают на меня нападать. Блин, вот сейчас надо как-то добежать до вон той двери. Стоямба. Стоять. 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 Бежим. Стоять. Стоять. Стоять, не двигаться, твою мать. Да ты скотина, блин! Это тяжело, нереально, это нереально, пипец. Так они сразу трое. И при этом, короче, дальше он не может идти, главный герой, Моно, под кроватью. Он не может идти дальше. То есть, я не знаю, как их реально обмануть. Я рил не знаю, как их обмануть. Понимаете, в чем прикол? Когда я начинаю скользить, он очень медленно после этого встает. Очень медленно.
Это нереально тяжело. Я серьезно говорю, это очень-очень тяжело, когда их трое. Когда двое, это легко. Особенно, если рядом находится вот эта кровать. Но когда их трое, это нереально тяжело. Я офигею, короче. Я реально не знаю, как их избежать. У меня просто реально нет способа их избежать. Мне нужна помощь. Второй раз. После того, короче, как я решил применить магию монтажа, я со второго раза смог от них убежать. Со второго раза! Все, короче, я нашел самый ненавистный момент в этой игре мною. Это просто полный кошмар, капец. Это самое... Это еще хуже, чем та рука. Я вам серьезно говорю, ребят, это хуже, чем та рука из предыдущей серии. Еще хуже. Это реально мрази, самые натуральные. Блин, он еще не хочет зацепливаться за эту. Ты серьезно? Мон, ты серьезно? Я с них фигею, ребят. Просто фигею с них. Я не могу просто. Я не могу. Это пипец. О, сыр с глазом. Что это такое? Ну-ка, давай возьмем. Не-не, возьми. Может, что-нибудь пригодится кому-то надо. Внезапно будет. Хуя! Ой-я. Внезапно все почули запах сыра. Не, пошли мы уже. А, ясно, понятно. Внезапно, короче, все почули запах сыра. Все понятно. Давай. Будем их всех приманивать, узнавать, где как, что. Главное только понимать, где эти руки начнут выходить. То есть надо идти где в каких-то местах слева, надо идти в каких-то местах наоборот справа. Так, непонятно. Подожди, ладно, окей. Тогда попробуем давайте без сыра. С фонарем тогда. Пускай валяется этот сыр. Мне кажется, он особо нам и не нужен будет. Поэтому пойдем. С фонарем. Или им вообще насрать? А, им вообще насрать, я понял. И вообще по боку, что я хожу с фонарем. Окей, я понял. Ух ты ж, ёперный театр. Бегом. Я одного отвлек. Сука. Мразь такая. Ладно, я понял. Короче, сыр непонятно здесь зачем лежит. Да еще и с глазом. Совершенно непонятно, зачем он тут лежит. Давай снова. Да блин, а! Я ж не касался. Ой. Короче, как только я покину вот эту часть уровня, все, короче, я просто реально буду, вот реально в восторге, пипец, потому что это, блин, это самый сложный уровень вообще, капец. Я нашел самый сложный уровень в игре, все. Кто бы что-то не говорил. Нет. Нет, бежать тоже не получается. Тогда нужно... Они же, получается, реально появляются только в самых таких вот местах. То есть... С одной двери они появляются, с другой двери они не появляются. То есть получается, посмотрите, вот сейчас вот, теперь идем влево, они там не появляются. Теперь идем вправо. Меня бомбит. Меня с них бомбит, все. Они меня достали реально, короче. Рил доставил, пипец.
Да как так? Он меня, короче, начал ловить. У него что, рука внезапно обрастает? Я не понимаю, в чем прикол. Я иду около этой руки. Я не подхожу к ней близко. Почему она меня хватает, блин, в самой дальней части, блин, комнаты, коридора? Вот здесь вот. Чуть ли не у самой двери встану. Может, присесть надо? Во, кстати, как вариант. Присесть. А здесь встать. А здесь бежать. Не пойма... Я не понимаю, почему я сегодня ложу. У меня скилл пропал. Все, короче. У меня пропал скилл. Я когда, короче, запись включаю, я начинаю проигрывать. Как только начинаю выключать запись, я наоборот выигрываю. Я не понимаю, почему так происходит. Что у меня происходит за аномалия? Извините меня, пожалуйста. Что это за аномалия такая? Когда у меня начинается такая херобовина. Двигаться задом. Объясните мне, пожалуйста, как здесь двигаться задом? Он не может двигаться задом. Не может. Главный герой задом двигаться. Не может. Это невозможно. Двигаться задом. Не получается двигаться задом. Не получается. Я вообще не понимаю, почему я лажаю на самом, казалось бы, легком. Но я лажаю натурально. Я не могу, я лажаю. На самых простецких моментах я лажаю. Да... Он не умеет двигаться задом. Он не умеет двигаться задом. Не умеет. Кто-нибудь, объясните, пожалуйста, как здесь двигаться задом? Как? Куплинов умеет двигаться задом с помощью джойстика. Почему я не могу двигаться задом с помощью клавиатуры? Капец, я офигею, короче. Я застрял на двух моментах игры. Как так? Извините меня, пожалуйста, как так? Я застреваю в двух моментах игры. Я реально не понимаю, почему у меня это происходит. Я не понимаю. Не понимаю, вообще не понимаю. Короче, я, кажется, понял, как в игре надо управлять фонариком. Стрелочками. Стрелочками можно управлять фонарем, но, блин. Я не сразу понял, блин, подсказку. Я думал, подсказка мне намекает на то, что надо управлять фонарем с помощью клавиш движения. Нифига подобного. Нифига подобного. Я вам скажу, ведь.
Вот. Вот, и главный герой умеет ходить назад. Вот и все. Вот и все. Наконец-то. Я научился управлять гребаным фонарем. Слава богу. Мыло. Мыло. И шутки сами напрашиваются на это. Какие они мрази, блин. Я честно, как я их ненавижу, пипец. Как они мне, вот серьезно, как они мне дали просраться. Я их реально ненавижу, этих мразей. Они мне они меня просто выбесили, прям конкретно, я вам скажу. Я фигею с этих мразей, просто, блин. Блин, мне надо сейчас как-то наверх забраться, пипец, а как? А, ну да. Но это хотя бы он не двигается, я надеюсь, да? Нет, не этим. А чем? Кинуть на то, что ли? А, он не двигается вообще. А чем подвинуть? Вон есть ведро какое-то. Ну-ка, может, ведром? Нет, не ведро, а что? Ванну залезть? Ну, залезь. Вот тут ведро есть, ну-ка. Нет, ведро он не берет. Ну что-то опять что-нибудь туда кинуть. Вон в эту решетку имею в виду. Ну, нет. А что тогда? Мне уже скоро, блин, серию заканчивать, а я, блин, полчаса пытаюсь просто, блин, понять, как управлять в игре фонариком. Пипец. Ну что, надо реально просто кинуть туда в этот, как его, мыло, например, может кинуть. Он сейчас не докинет до туда. Ну а смысл тогда? Ну толкать он не может. Единственное, что похоже на платформу, это вот это кресло-каталка. А я все равно на нее забраться не могу, да? Отвязать его надо, что ли? Что сделать? Потому что я говорю, надо в этот, как его, запрыгнуть. В ванную. Нет? Может, свет надо выключить, чтобы этот пробудился из этого, кстати говоря, как вариант. Он же ведь сидит в кресле, потому что я включил свет. Так? Так. А сейчас мы, наоборот, выключим свет. Смотрите. И он пробудится из этой кресла-каталки. Смотри. Я прямо вам отвечаю, смотри. О, пробудился. Говорю же. Говорю, он пробудился. Все, тебе беги. Тебе беги. Да я включил же ведь. Ясно. Ясно, понятно. Короче, видимо, эту серию я буду проходить сегодня гораздо дольше, чем один час. Потому что меня нафиг эта серия просто выбесила, реально, просто пипец. А точнее, конкретно, если быть точнее, вот этот уровень, который я сейчас прохожу. Он меня сегодня прям вот конкретно выбесил. Я никогда не испытывал от уровня разочарования, реально. Просто потому, что меня выбесил какой-то монстр. Точнее, не монстр, а вот эти вот монстры, которые манекены. Они меня смогли просто взять и выбесить. Мы хоть фонариком научились управлять, и это хорошо. Успели. Здесь хоть свет работает, и то спасибо. Самое главное, чтобы свет. Сейчас самое главное, чтобы не лопнула лампочка в этот момент. Отлично. Звук сейчас добавлю.
Пойдем. Я еще себе нафиг горло себе надорвал. Это просто кошмар какой-то. Сейчас еще эти пойдут, еще больше этих мразей. Но здесь надо бежать. Здесь другого варианта не дано, мне кажется. Здесь надо бежать. Попробуем убежать, что. Меня уже сегодня уже ничем особо не удивишь. Просто меня дважды выбесила игра сегодня. И сейчас, наверное, будет трижды выбесить меня. Я никогда реально не испытывал вот такого ощущения, что будет все настолько сложно. Короче. И сейчас придется мне специально перекрестить руки, чтобы они смотрели на фонарик. Но это, блин, невозможно, потому что они еще появляются потом сзади. Это сложно. Или можно, конечно, сейчас попробовать как-нибудь сбоку пойти. Так это невозможно, потому что они появляются еще спереди. Вот, они появляются спереди. Спереди они появляются еще. Ой, как я ненавижу их. Это невозможно. Это просто невозможно такое пройти. Как это проходит, Куплинов? Я не понимаю. Совершенно не понимаю. Самое главное сейчас просто не бомбить. Просто не бомба... Не бомбануть самое главное сейчас. Не бомбануть. Просто не бомбануть. Главное просто не бомбануть. Просто не бомбим. Не бомбим. Сука, я застрял. А теперь беги. Просто не бомбим. Не бомбим. Как только начинаю бомбить, все, мне начинает становиться только хуже. И самое главное, просто не бомбануть. Не бомбануть. Меня начинает бомбить, и из-за этого я начинаю проигрывать. Этот чертов энергоблок. Дайте уже его наконец, и я свалю отсюда. Вон, вижу уже его. Блин, я не могу тут табурет двигать, серьезно. Да блин. Да я понял, что это чувство. Наконец-то. Что
Шестая, помоги мне отсюда выбраться, пожалуйста. Я больше не могу. Серьезно, шестая, помоги мне. Спасибо огромное, я больше не могу. Я больше их не вынесу. Все, блин, они мне уже надоели уже, честное слово. Все уже. Запри их нахер. Они мне уже они меня, блин, выбесили, блин, просто пипец. Я разочарован этим уровнем, честное слово. Я никогда в жизни не был так разочарован уровнем. Я просто не могу в это поверить. Честно. Я просто не могу в это, блин, поверить. Вставляй, погнали. Сегодня подольше тогда посидим, раз уж у нас такая ситуация вышла. Если бы я бы не лажал бы на одних и тех же моментах, я бы прошел бы больше, понимаете? А так я сегодня с одного уровня на другом уровне лажаю и лажаю и лажаю и лажаю и лажаю. Но ведь это же еще не все. Манекены потом еще появятся, я более чем уверен. Ох. Я не могу. Я просто, блин, не могу, пипец. С темнотища она на каждом шагу, блин. Я, наверное, порежу, короче, полролика специально, чтобы можно было в нем уместить гораздо больше интересного. Хотя, ну, посмотрим, короче, как все получится. Или не получится, я уже не знаю, сам уже не понимаю. Ну, здесь хоть свет есть, и то спасибо, но я нафиг оставлю. Держи дверь. Ой, рука мразь. Рука мразь. Иди сюда, тварь. Иди в жопу. Я сам. Да я не могу сразу с двумя-то руками сражаться, вы чё? Ну это хотя бы руки, это хотя бы не манекены, блин. Почему я дверь-то вырубил? Тупой еще, главное. Ну держи, ладно. Может пока я... Может я успею одну хотя бы убить. Здрасте, вот эту. Где она? Давай. Иди сюда. Фух. Да ладно, ты пока держишь. Да еб... Твою мать! Почему? Короче, от управления фонаря мы уже перешли обратно к управлению боевкой. Что то говно, что это говно. Я офигею, короче. Почему он постоянно уклоняется, когда я пытаюсь его ударить? Это говно. Все, я одну руку вырубил. Да, шестая, пока займись дверью. Все, иду. Да, помогу. Внимайся. Все, пошли. Ну все, шестая, любимая моя, слава богу. Мы пришли теперь к глиняным лицам.
Из первой части, кстати говоря, некоторые из них. Такие довольно интересные рожи. Опа! А там кто еще шахтается, барахтается? На всякий случай. Опа! Ух ты какой! На превьюшку пойдешь, все, нашел кого на превьюшку поставить. Охренеть ты жирный! Эй, толстый! Тун-дун-дун-дун! Тун-дун! Тун-дун! Эй, толстый! Тун-дун-дун-дун! Тун-дун! Тун-дун! Эй, толстый! Тун-дун-дун! Да давай сразу! Пошел! Ах ты сучка! Ладно, я понял. Ладно, я понял. Этому вообще даже свет нипочем. Эй, толстый, тун-дун, тун-дун, тун-дун. Ладно, давай подождем. Мы подождем, ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Нам насрать. Пошли. Считай, пойдем. Считай, пойдем. Все, пошел нахер. А пошел-ка ты нахер! Я понял. Его, короче, привлекает звук, наверное. Да? Да ладно, его звук привлекает, серьезно? Ага, ну да, его звук привлекает. Его привлекает звук. Он не слеп... он слепой? Или он глухой? Или он одновременно и слепой, и глухой? Ну да, он, видимо, одновременно и слепой, и глухой. Ржет еще главное. Ладно, давай иди отсюда. Эй, толстый. Дум-дум-дум-дум. Ну окей. Это хотя бы полегче, чем манекены. Вот игра иногда дает вот прям вот так хорошенько взять и отдохнуть и дать нам нормального босса. Который нифига не сложный. Блин, он сейчас меня заметит. Если я пойду туда, под кровать. Поэтому подождем. То есть он нифига не... То есть он не слепой, но глухой. Точнее, наоборот, у него очень хорошо развито зрение и очень хорошо развит слух. Поэтому надо от него и прятаться, и скрываться. Ну, в смысле, имеется в виду, что надо идти не спеша. Ага, я понял. А где нам это взять? Нам типа что, тут надолго встать надо, что ли? Вы серьезно? Это мне сейчас нужно реально в тот угол комнаты пойти специально, чтобы взять оттуда какую-нибудь шнягу и нажать на дверь? Это возможно вообще? Он еще и читер, главное. Он может руку свою сквозь вот эти вот... сквозь тряпки сувать. Серьезно, это мне реально надо сейчас пойти в тот угол комнаты, как-то взять вот этот вот, короче, этот. Ёб твою, это вообще реально? А это вообще реально утащить? Ну, это нифига не реально утащить. Короче, он всем этим заправляет, я понял. За манекен отвечает он. Он здесь отвечает за манекены. Все, ладно, пересидим под кроватью. Пересидим. Пока пересидим. Он еще пока не понимает, что мы под кроватью. Он особо-то не видит. Точнее, он наоборот, видит и слышит хорошо. Ну так надо это еще и как-то забрать. А он может, кстати, брать предметы и при этом приседать. Да, он умеет. Еще главное, дышит, как ё-моё. Сука. Ну давай. Блин, а как этот кубик-то взять, блин? Надо в присядке взять какой-то один из предметов. Это вообще легко? Нет, нифига не легко.
Да главное, еще и на потолке он. Кубик взял. У меня сейчас одновременно, короче, и катарел, и движение, и левая кнопка мыши, ёперный театр. Я, короче, как гору, реально, но при этом на двух руках справляюсь. Но здесь он меня не видит. Хер, бросай, бежим. Прячься. Сидим. Да ты мразь такая! Я понял тебя. Сука. Ну, шестую возьми. Блин. Да ты что делаешь-то? Так, ладно. Еще раз бери. Он не слышит наши шаги, когда мы на матрасах. Да блин, это нереально. Он меня под кроватью найдет в любом случае. А, или может, ну-ка, кстати. Правда. О. Да, я уже. Бросали. На. 86-я, что подсказала мне. Спасибо. Ты мне очень хорошую дала подсказку. Ну и сейчас он вернется к своим делам обычно, да? Или он все-таки будет заглядывать под кровать? Еще куда-то далеко ушел. Ладно, окей, идем. Он куда-то ушел далеко. Пойдем, ладно, что. Пойдем. Так, давай. Лазим. Спасибо, что хоть строишь мне маршрут. Такс. Давай. На всякий случай включу фонарик для нас с тобой. У тебя просто жиги раз нету. Будем, значит, действовать так, как есть. У меня хоть запись-то идет. Идет, слава богу. Не смей. Не смей проваливаться. Спокойно. Спокойненько идем. Мы знаем, что он на потолке. Мы идем медленным шагом, он нас особо не слышит. Так, пойдем. А, хотя нет, смотри. Лучше иди медленным шагом, шестая. Лучше иди медленным шагом. И выключи фонарик. Заодно. Да, прыгнем. Ёб твою мать. Зашибись. А, ну ладно, он нас не слышит. Наверное, да? Сейчас он из этой двери появится, более чем уверен. Блин, ключ! Ну ладно, сейчас найдем. Будем лазить по крематорию, давай. Сейчас кого-нибудь найдем с ключом. Раз его пока нет, давай. Душу нашел. По-моему, там была душа. Ну ладно, показалось, ладно, спасибо. Так, придется в какой-то момент прятаться под столом. Прям я вот чую. А здесь, короче, придется использовать вот эти трупы как платформу. Все, стопы. Так, сейчас давай посмотрим, куда мы, собственно, будем прыгать потом. Так, давай.
Нам, короче, потом нужно прыгать вот сюда. Заранее заготовим платформы, чтобы можно было понимать, где нам нужно будет потом прыгать. Может быть, шапку здесь даже найду, кстати говоря. Было бы неплохо. Что за губка там валяется? Ну ладно, окей. Ну, шапку найти это маловероятно, но тем не менее. Уже, по сути, надо, кстати, заканчивать, но мы посидим еще немного. Раз сегодня у нас такая вот случилась финита ля комедия, то пофигу. Давай. Кута! Ну, блин. Как-то неудачно прыгнул. Ну, ладно. Так, вот здесь надо часы. Сука. Здесь надо было разбежаться. Разбежаться и прыгнуть. У меня почему-то он нифига не бежит. Не умеет нормально бежать, главный герой. Давай. Ну, если не 5 серий, то за 6 будем проходить эту игру. На одну серию больше, чем первая часть. Хотя первую часть мы тоже за 6 серий проходили. Хотя на самом деле могли пройти даже гораздо больше. Потому что та была игра, она была длиннее в разы. Точнее, наоборот, вот эта игра длиннее в разы. Ага, куда? Ага. Шестая, тащи меня обратно. Тащи меня обратно, шестая. Благодарю. Все, пойдем. Пока этот не пришел. Который, эй, толстый. Засовывай. Пойдем. Толкай. Толкай. Молодец. Пойдем. Пошли. Так. Нам нужно, получается... А, нет, подожди. Я просто сейчас подумал, что надо использовать сейчас трупы для того, чтобы мы могли, короче, перепрыгнуть на ту сторону. Оказывается, нет, не надо. Трупы здесь использовать не обязательно. Сейчас, погоди, разбежусь. Надеюсь, скоро мы из этой психушки выберемся. Пойдем. Шестая. Идем. Я вижу свет. Мы уже, наверное, практически выбрались из этой психушки. Нихрена. Опять энергоблок. Ну, ёб твою мать. Блин, опять он. Ну, блин, опять он. Да ё-моё. Умывает руки, главное, сытыка какой. Молодец. Хоть и, конечно, воплощение медицинского ужаса, а воспитанный. Знает, что надо руки-то умывать. Молодец. Молодец. Ух ты. Правда, почему он на манекенах это все испытывает? Непонятно. Но это уже его дело. Если он желает такое делать, пусть делает. Нельзя творческую натуру нарушать. Блин, вот здесь бы сейчас бы как-то прыгнуть так, чтобы он меня не заметил. Но это невозможно. Пускай умывает руки. Пускай руки помоет. Мы пока посмотрим. Вот, еще и двигать надо. Ё-твою мать. Ой, а как это подвиг... А, шестая. Давай. Ну, ё-моё! Шестая, дура. Стая, ты дура, блин. Сейчас, погоди. Иду. Давай. Все, пошли. Все, спокойно. Вижу лестницу, подожди. Там тот валяется, вон, вижу, в кровати. Пускай валяется, сзади на него. Давай. Да, блин, залезь. Да залезь. О. Пошли. Так, отлично. Сейчас еще надо прыгнуть на него, что ли? А. Извини, чувак.
Придется остановить ненадолго твое дыхание. А, я позову сейчас этого. Блин, точно. Ух ты, ёб твою мать! А как? А? Да блин, ты хорошую идею придумала, блин! Шестая, ёлки-палки! Скорее, 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 пока он не пришел! Хватай! Хватай! Бери! Возьми! Дебилоид! Пошли! Бегом! Бегом, 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 бегом! Пошли, 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 пошли! Под ванную! Скорей! Скорей, 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 пока он не прибежал обратно! Давай быстрее, шестая, блин! Не будь дурой! Клава, не будь дурой, блин! На! Все, побежали! Бегом! Скорее! Дверь не открывается! Все, идем! Зачем? Ладно, кстати. Ох! Нормальный ты. Подожди. Да возьми ты! О! Зачем бросаешь, дебилоид? О! Все, отлично. Все, открывайся, дверь! Пошли! Бегом! Бегом, 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 бегом. Опля! Бегом, 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 бегом. Молодцы! Опля! И как? Опять скользить? Ну, вход опять скользить придется, ладно, окей. Да зачем ты бросаешь, блин, я же хотел вставить. Возьми. Все, давай. Во! Получается. Куда? Блин! Я поздно заметил, что надо было идти на в ту сторону. Поздно заметил. Погнали! Я же успел, почему? Чё сегодня с игрой не так, Рил? Я не понимаю. Я офигею, короче, серьезно. Давай, 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 направо. Сюда. Скорее, 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 скорее! Бегом, 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 давай, 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 давай. Тихо. А где шестая-то, блин? Как ты так быстро меня-то убежала? В смысле? Его заманить надо? Да. Его сейчас сожгут в крематории. Там ему самое место, кстати говоря. Это самое место, жердяй ты, мразь такая. Все, давай сожгем его, как Гансель и Гретель, давай. Отлично. Так лампово выглядит, когда шестая просто сидит, короче, в этом костерка. И наслаждается запахом напалма по утрам, и наслаждается запахом сказки о Гансле и Гретель и пряничном домике, в котором точно таким же образом сожгли ведьму.
наконец-то. Шестая. Все, Харе греться. Помоги мне. Все. А куда? Нам обратно надо? А, Ликит. На свободу. Наконец-то. Неужели? Эта серия сегодняшняя, это просто полная жесть, честное слово, ребят. Но, к счастью, мы наконец-то выбрались из психушки. Не могу в это поверить, что мы наконец-то сделали то, что надо. Я это все проходил, ребят, больше часа, но, блин, нужно было как-то все разбавить чем одним и тем же вот этим вот повторением одного и того же. Ну, вы поняли, о чем я имею в виду. Надо было это как-то разбавить. И благо, мы это разбавили. И на том спасибо. Какое облегчение я испытывал, когда наконец вновь оказался на улице города. Черт вас возьми. Все. Давайте пока что сегодня мы на этом закончим. Я, наверное, что-то подрежу, потому что, ну честное слово, это было жесть. Это было просто полная жесть. Это еще хлеще, чем в Outlast. И в Whistleblower в том числе. Надеюсь, дальше будет легче. Хотя, надежда умирает последней, как-никак. На этом все.